мы воздадим славу, хвалу и честь. Если взять глубину истории, в то время на Руси была языческая религия, многобожие. И как говорилось, что вся власть от Бога. Малакане не приняли водного крещения, нет икон, нет свечей. И у нас, как и у наших братьев-мусульман, вероисповедание основывается на Бога Живаго. Почему стали называть нас малаканами? Во время постов верующие люди употребляли чистое молоко. Наша вера считалась очень чистой, как молоко. Но царское правительство было настолько против именно этой религии, оно говорило, что пусть канут больше, их мало канут. Я пресвитер духовных христиан Малакан, села Ивановки, Казаков Сергей Васильевич. На этой, так сказать, духовной должности я уже нахожусь более 3 лет. Основатель малаканского движения Уклеин, он на то время в российских губерниях познал Слово Божие, как открыл ему Господь Бог, и стал проповедовать, собирать вокруг себя единомышленников. И вот с этого началось течение малаканства. Изгнание наших братьев и сестер в разные части на тот момент и на Кавказ, и в Турции, в Карсе наши братья были. Ну и вот на сегодняшний день мы как переселенцы наших братьев и сестер по духу, а по крови наших прадедушек, прабабушек, мы сегодняшний день живем на Кавказе, здесь на уровне 800 метров по морю. Село Ивановка. Мы здесь родились, выросли. Мои родители, бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки, все жители села Ивановки. Солнце красно, освети меня, мать сире земля, прими меня, пречиста вода. Ну, родина это моя, понимаете? Мой флаг, мой гимн, моя музыка, мои братья, мои сестры. Для нас это не просто символика, не просто обозначение, это и наша гордость. На сегодняшний день я твердо могу сказать, что Азербайджан – это моя родина. Мы должны дорожить этим, дорожить, сохранять, оберегать. И, конечно же, приумножать. Наше село, наш район, наше государство, чтобы всегда было бы с хлебом. Он видел, ценил в народе его труд, потому что наш народ сам по себе очень трудолюбивый. Гейдар Алиев к нам приезжал дважды, в 78 году и в 81. В 81 году как раз они приехали, наш колхоз был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Благодаря тому, что Гейдар Алиев тогда сказал, что являюсь я вашим гарантом. Поэтому, как Марья Тимофеевна сказала, я желаю вам, чтобы вы работали тоже, как ваш отец. А он на это ответил: если Гейдар Алиев был вашим гарантом, то теперь сейчас я буду вашим гарантом.
У нас на базе сейчас мало русских, мало молокан. Вот представляете, я прихожу на работу, одна женщина, и все мужчины, да? В основном мусульмане, лезгины. Я не владею азербайджанским языком. Я понимаю, но не владею, несмотря на то, что я старая женщина. Так они ни разу не сказали, не ущемили тем, что, по идее, мы же должны отвечать на азербайджанский. Они сами идут навстречу нам, они разговаривают с нами на русском языке, как наши родные братья. Нам нет трудностей прожития в Азербайджане, в мусульманской стране, потому что священная Библия и священный Коран, они есть, может быть, там незначительные расхождения, но в основном написано все одно. Как у молокан не принято принимать в пищу свинину, так же и у мусульман. Может быть, и в связи вот с этим наши предки подружились сразу. В основном вся работа начинается с весны и вот до конца лета. Потому что идет заготовка кормов для скота, закладка силоса, уборка сена. Основная часть работы у нас с весны до конца лета. Колхоз – это коллективное хозяйство, то есть это многоотраслевое хозяйство. Да. Здесь в колхозе все отрасли между собой связаны, взаимосвязаны. Например, растениеводство связано с животноводством, потому что то, что сажается, сеется, там, зерновые культуры, ячмень, напрямую связано. Допустим, мы это берем, кормим скот свой в течение всего года. В 2022 году для нас был рекордно, можно сказать, мы в советское время такие урожаи только получали. И вот получили такой урожай в 22 году. У нас в среднем на круг вышло 50 центнеров с гектара. Молоко перерабатывают, делают сметану, там масло, сыр, чисто вот для потребностей населения. Такая вот у нас сметанка, вот такое у нас масло, 82% жирности, идеальное, чистое, и изготавливаем сыр. Ну, помимо этого мы делаем творог, наверное, шор даже иногда. Здесь природа чарует до слез. Для кого?
Село Ивановка – это моя жизнь. Село Ивановка – это я сам. Село Ивановка – это люди, которые здесь проживают. Это село Ивановка. Ивановка – это родина, потому что мои родители здесь захоронены в Царстве Небесном. Мы относимся как бы нейтрально к тому, что происходит в мире. Но нейтральность это заканчивается уже тогда, когда посягается на целостность нашего государства, в котором мы живем, и которого мы считаем гражданами себя этого государства. С нашего села принимали участие 33 человека. Во Второй Карабахской войне у нас один шахид. Я отвозил добровольцев на передовые. И наши жители села Ивановка, как и наши молокане, также и лезгины, которые здесь проживают, и азербайджанцы. У нас тоже село русское, но тоже, можно сказать, многонациональное. И все непосредственно принимали участие в этой освободительной войне.